You shot me short and you bum bum. You shot me from your heart and from lightning bum bum. Магазин бытовой и цифровой техники Smart Home. Только у нас стиральные машины Samsung с загрузкой на 6 килограммов по самой низкой цене, с самой выгодной рассрочкой на целый год. Всего лишь от 50 рублей в месяц. Smart Home. Приобретайте лучшие товары по лучшим ценам у нас. А вы случайно не ошиблись? Заходи, дядя. Ну чего уставился? Восьмое марта. Международный женский день. Дорогие женщины, вы так же прекрасны и очаровательны, как первые лучи солнца, освещающие небосвод. А ваши дивные очи так же глубоки, как бездонное ночное небо. Когда вы улыбаетесь, даже самые холодные и равнодушные сердца способны согреться лишь одним вашим очарование. Пусть ваша доброта одарит того, кто окажется в этот день рядом с вами, а дальнейшая жизнь превратится в самую добрую и счастливую сказку. С наступающим чудесным праздником красоты, весны и любви вас, дорогие женщины! Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником, с международным женским днем. Красота, любовь и материнство именно на этих женских началах держится наш мир. С вами, милые женщины, всегда связано все самое прекрасное, все самое яркое и невероятное. В жизни каждого мужчины женщина занимает особое место. Вы вдохновляете нас на новые решения, храбрые поступки и великие дела. Ваша сила заключается в любви, хрупкости и нежности. Благодаря вам каждый день, каждую минуту нас окружает забота и простое человеческое счастье. Во все времена жизнь вертится вокруг вас. Буквально все держится на вашей вере, на вашей энергии, на умении все приумножать и улучшать. Своей любовью, заботой, мудростью и терпением вы делаете мир светлее. Вашими усилиями поддерживаются такие нерушимые ценности, как семья, дети, дом. В то же время вы не только отлично справляетесь с домашними заботами, но и добиваетесь успеха в профессиональной деятельности. Во многих коллективах именно представительницы прекрасного пола составляют основу. Вы вносите огромный вклад в развитие нашего Слонимского района, и при этом вы остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми матерями, любящими женами и просто красивыми женщинами. Ваш труд всегда без исключения направлен на созидание. В любой сфере деятельности чувствуется ваш вклад. Вы создаете комфорт и уют не только в своих домах, но и везде, где бы вы ни находились и в какой роли бы ни выступали. Вы – главное богатство нашего района, вы – его душа. От имени всех мужчин нашего района я хочу поблагодарить вас за доброту, заботу и душевную чуткость. Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют своими достижениями дети, пусть в вашей душе всегда будет весна, а тепло этого прекрасного праздника еще долго согревает ваши сердца. Будьте счастливы и любимы. Подяка старшине Палаты представников национального расхода Республики Беларусь объявляется Синяк Алине Михайловне, директору Слонимского гандлевого открытого акционерного товариства «Светана». Также я прошу
прошу милых дам не уходить со сцены, а остаться здесь для совместной фотографии на память. Алина Михайловна, застаньте, если ласка. Подячным письмом старшини палаты представников национального сходу Республики Беларусь узнагороживается Юшкевич Тереса Вацлавовна, наместник старшини Смольнинского районного исполнительного комитета. И, конечно же, совместная фотография на память, Калиласка, аплодисменты зала. За добросумленную працу и активный удел в громадском житті Слонимского района. Абрамчик Алену Миколаевну, виховальника державной установы адукации, середняя школа номер 9 города Слонима. Адамчик Алену Александровну, наставника. Не сыходьте со сцены, коли ласка, застаньтесь. Адамчик Алену Александровну, наставника английской мовы, державной установы эдукации, Межевицкая средняя школа Слонимского района. Апанович Наталью Алексеевну, методиста державной установы, Слонимский районный учебно-методичный кабинет. Инженера по охове працы открытого акционерного товариства Слонимский картонно-папировый завод «Альбертин». Геромейчик Марину Александровну, наместника начальника управления адукации Слонимского районного выполнительного комитета. Кожемяка Татьяну Валентиновну, директора Державной установы эдукации, социально-педагогический центр Слонимского района. Кислую Ганну Викторовну, главного специалиста отдела идеологической работы и по справах молоди Слонимского районного финансового комитета. Раису Евгеньевну, библиотекара филиала «Интегрированная библиотека агрогородка Межевичи», Державной установы культуры, Слонимская районная библиотека имя Якуба Колоса. Малаш Ирину Чаславовну, специалиста по поштовой деятельности пункта поштовой связи Великановича Слонимского участка поштовой связи Волковыского регионального узла поштовой связи, Гродинского филиала Республиканского унитарного предприятия поштовой связи «Белпошта». Новосад Алену Алексеевну, наставника географии Державной установы эдукации «Средняя школа номер 5» города Слонима. Ромейка Ольгу Павловну, наставника музыки Державной установы эдукации «Средняя школа номер 2» города Слонима, керівника узорного ансамбля цимбалистов «Слонимские зорочки». Русецкую Людмилу Иосифовну, старшего инспектора Деревянчицкого сельского выполнительного комитета. Катерину Олеговну, директора Державной установы культуры, Слонимский районный центр культуры, народной творчести и ремесла.
Татьяну Миколаевну, главного специалиста отдела прогнозирования, финансирования и справоздачности Управления сельской господарки и харчевания Слонинского районного выконавшего комитета. Многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Слонинского района Злотникову Наталью Васильевну, педагога-психолога государственного учреждения образования гимназия номер 1 города Слонима. Мы приглашаем на сцену кандидата Зою Петровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе государственного учреждения образования Озерницкая средняя школа Слонинского района. Лифкевич Диану Ивановну, врача общей практики отделения врача общей практики районной поликлиники учреждения здравоохранения Слонинская центральная районная больница. Лишек Анну Ивановну, инспектора отделения делопроизводства, документооборота и программно-информационного обеспечения управления делами Слонимского районного исполнительного комитета. Мороз Ирину Григорьевну, директора государственного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс, Серявичский ясный сад, базовая школа Слонимского района. Анастасию Александровну, главного экономиста коммунального сельскохозяйственного предприятия имени Суворова. Врачкову Инну Анатольевну, заместителя директора по учебной работе государственного учреждения образования средняя школа номер 8 города Слонима. Романову Татьяну Александровну, директора государственного учреждения образования, средняя школа номер 7 города Слонима. Скоморох Светлану Яковлевну, директора государственного учреждения Центра социального обслуживания населения Слонимского района. Швайдюк Ларису Михайловну, инспектора по кадрам государственного учреждения детско-юношеская спортивная школа номер 1 города Слонима. Татьяну Вячеславовну, заместителя директора государственного учреждения образования средняя школа номер 8 города Слонима. Геннадий Борисович, конечно же, совместная фотография на